Одни из самых зрелищных соревнований состоялись в регионе в выходные. В городе прошел турнир на Кубок губернатора по спортивным танцам. Участие приняли пары из 15 регионов страны. Тренеры и члены жюри отмечают, ивановские спортсмены – фавориты состязаний. В каждой группе более 30 танцевальных дуэтов. Они проходят отборочные туры, и самые лучшие пары, это будет по 6 пар финалистов в каждой возрастной категории, мы уже увидим непосредственно в финальной части нашего конкурса. Самая яркая часть турнира – выступление юниоров по латиноамериканской программе. Участникам по 14-15 лет. На паркет выходят 6 пар и танцуют 5 разных танцев. Пасодобль, ча-ча-ча, самбо, румба и джайв. Сет длится 1,5 минуты. Кристина и Дмитрий – фавориты турнира. Вместе ребята тренируются уже 2 года, знают наизусть буквально каждое движение партнера. Мне нравится больше всего пасодобль, потому что это мужской танец. Там как триадо сажается с быком, так он, чисто мужское. Нравится джайв, он сам позитивный танец. В нем некоторые устают, а я, наоборот, отдыхаю в нем, потому что там свои эмоции. Мне, наверное, как девочке нравится румба, танец любви, танец взаимоотношений между друг другом. Не зря считают участники соревнований, эти танцы называют спортивными. Большие нагрузки, изнурительные тренировки, задействующие все группы мышц и беспрекословная дисциплина. Танцы только по мнению обывателей – это просто. Для участников состязаний – колоссальный труд. Здесь происходит и борьба, как бы получаются некоторые травмы, ранение, также это азарт здесь. Ну, как бы вот, 100%. Такие танцы называют спортом сложной координации наряду с гимнастикой и фигурным катанием. Здесь важна музыкальность, красивые линии, взаимодействие в паре. Члены жюри рассказывают, главная задача – передать характер танца, рассказать музыку своим телом. Развиваем мы, конечно же, на начальных этапах все группы мышц, пластичность, выносливость на конкурс, потому что есть огромные турниры, которые начинаются, например, утром и заканчиваются поздно ночью, и чтобы их протанцевать, нужно из тура в тур уметь собраться, выйти на паркет. Опять-таки, физическая нагрузка танцевать весь день – это достаточно сложно. Спортивные танцы – один из немногих видов спорта, в котором нагрузки испытывают еще и члены жюри. Их задача на протяжении выступлений – перемещаться по залу и внимательно следить за каждым движением каждого из участников. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.